Сейчас идут работы по разборке старого медиакуба, который отработал «Верой и правдой» почти 10 лет. Теперь его время закончилось. И то, что от него останется, тоже не пропадет без дела. Часть модулей и плат пойдет на создание нового табло за группой поддержки. Там у нас появится новый куб, будет соответствовать всем современным нормам, требуем, будет очень красиво. Новый медиакуб спроектирован компанией Agilite и построен этой же компанией. Соответствует всем современным нормам и требованиям. Площадь видеоэкранов увеличилась в 2 раза. Разрешение экранов увеличилось в 4 раза. Звук, естественно, будет лучше. Улучшится качество звучания, равномерность покрытия звука, качество передачи речи, звуковое давление. В общем, по всем характеристикам звук будет более качественный. Система эффектного света является неотъемлемой частью при проведении предматчевых шоу и для более зрелищного оформления хоккейных матчей. Значит, свет построен на базе линейки приборов лидера в данной индустрии компании Клейпаки, итальянской компании Клейпаки.